блядь, ёб твою мать! Что, Саня Гончаренко? Я говорю, не надо, обостри, пойди по-мужски, сука, обыграй, блядь, человека, нахуй, сделай передачу, блядь. Дай ножки, блядь, нахуй, как в балете, нахуй. Что же, как вы хотите в футбол играть, блядь? Это-то, нахуй, развалите. Блядь, мне надоело, уже противно, нахуй, все время кричать что-то, блядь. Что это за, блядь, руководство такое, нахуй? Ну, сыграют мяч, подержали колицы, связочки, все работает, нахуй. Где-то выдавили, нахуй, во фланг, прострел, нахуй, целенаправленный, гол там, нахуй, то-то, то-то. Ничего же нету, нахуй. Друг друга не понимаете. Этот бежит туда, блядь, передача туда идет, да ебаный в рот. Что ж вы, нахуй, вообще на разных волнах находитесь, блядь. Фу... О, все, давай. Подожди. Считай до 10. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мама! Сейчас я уже не знаю, что с ним произошло. Сейчас уже нет нормального района. Я тебе просто говорю вот так вот в камеру. Правда, нет нормального. Вот тут женщина просто угорает, катает колено. Он едет просто за пивом. Так, не, мне заеду. А вы не то пиво предлагаете? Да, браво. А чем платить будем? Так, что еще? Ну явно не натурой. Натурой я не беру. А мы не даем натурой. И страшнее, что ли? Да я уже не в том возрасте. А вы тоже правильно рассуждаете. Так, что, закусочку? А потом до кассы? Колян, как себя ощущаешь? Так, что, рыбки? Нет, до кассы еще надо. Нет. Обязательно, да. Уговор был такой. Анчоусы плюс пиво. Так ты тоже бери вторую. Так а мне-то не надо пока. Как не надо? Я что, зря так а я тогда тоже должен покататься. Подожди, а как я вылазить-то сейчас буду? Это уже твои проблемы. Рассчитывай. Тебя на улицу даже сейчас выгонят. Это, знаешь, еще мое пиво.